И всем привет! С вами снова Ван Халт, и я немного за кадром. Совсем чуть-чуть. В этом видео будет много чего интересного, и мы погрузимся опять в Garage Fest и послушаем кавер группы уже «Средь серых стен». В прошлом они были «Слово и дело». И, конечно, немного рекламы. Ребята выпустили свой первый альбом «Водоворот». Соответственно, послушаем их кавер, и немного отрывок с этого альбома «Водоворот» вы тоже услышите. Ссылка на них будет в описании, сможете послушать целый альбом. А вы не забывайте ставить лайки, подписываться и поддерживать меня и музыкантов. Будет много чего интересного и далее. И снова лоб, а дерево ворот. Ну что за идиот, да сколько можно, словно рыба биться головой об лёд. Всё ждёшь, произойдёт чудесный поворот, не замечая, как на дно тебя плеча подоворот.